Всем привет! Продолжаем наше путешествие, знакомимся с христианскими святыми, великомучениками, наиболее почитаемыми святыми. Сегодня я хочу вам рассказать об образах святого Георгия. Святой Георгий, Георгий Победоносец, это один из почитаемых, любимых святых Древней Руси. В жизнеописании рассказывается, что святой Георгий был юношей знатного рода, уроженцем Каппадокии в Малой Азии. Она входила в это время в состав Римской империи. Был христианином. Когда при Диоклетиане, а Диоклетиан начал новую эпоху в Римской империи, сделав императорскую власть не только де-факто, но и де-юре, то есть неограниченной, абсолютной монархической властью, доминатом. Император уже нисколько не разделяет ее с сенатом. Он сам источник всякой власти, он выше всех законов, всех обитателей империи, какого бы звания они ни были. Вот такой был Диоклетиан, который начал гонение на христиан. Вот такая ремарочка из Википедии. Георгий отказался от звания и богатства и отправился к императору отстаивать свою веру. Силы своей веры святой Георгий обращает в христианство императрицу Александру, но император Диоклетиан заключает его в темницу. Вот согласно этому описанию, после заключения в темницу Георгия подвергает чудовищным пыткам, каждая из которых достаточно, чтобы сломить волю человека, да и просто убить его. Его избивают, секут, подвешивают при таком сечении, что он не имеет опоры, секут, заливают ему в горло расплавленное олово, сажают на раскаленного металлического быка, пытают колесованием, когда привязанное к лесу человека прокручивают, прижимая к заостренным пикам. Но все это поддерживает Георгий. Он черпает силу в вере, в обретении Божьей благодати. Ну и тогда по приказу императора, ничего от него не добившись, Георгию отрубают голову. Вот такое жизнеописание. В самом житии это жизнеописание рассказывается о чудесах, которые совершает Георгий. Ну вот, к примеру, одно из чудес, когда Георгий совершает чудо над неверующим сарацином. Тот стреляет в икону святого, а стрела возвращается и ранит его. И потрясенный сарацин принимает христианство. Георгий наказывает купцов, расчетливый в своем благочестии, как здесь написано. Он умножает стада обретшего подлинно благочестие скотовода. Но наибольшее значение для прославления чудесной силы Георгия, наибольшую известность, это, конечно, рассказ о Георгии и змеи. Так вот, этот рассказ говорит о том, что жил-был царь, звали его Сельвий, правил он в городе Ласии, и, в общем, он был язычником, идолопоклонником, и город нормально процветал, жил, и вдруг в трясине, недалеко от этого города, завелся чудовищный змей, который начал пожирать жителей. Царь тогда собрал войско, пошел на этого змея, но войско погибло, потому что змей поднял волнение в трясине, и, в общем, войско все погибло. Тогда царь издал приказ, по которому жители должны по очереди отдавать змею своих детей, а в случае, когда очередь дойдет до царя, он обещал отдать ему свою единственную дочь, этому змею. И когда все дети были отданы, царь начал оплакивать свою дочь и отдал ему царевну Елисаву. Но человеколюбивый Бог, гласит рассказ, не хотящий смерти грешника, но чтобы обратиться на путь и быть жив, пожелал явить знамение, то есть великомученика Георгия. А в это время еще Георгий был жив, он возвращался на родину. И вот он увидел девушку, которая плакала. Она рассказала ему о змее. Тогда Георгий спросил, какому богу верит она и ее отец. И девушка ответила: мы верим Гераклу, Скамандру, Аполлону, Артемиде. Тогда Георгий ответил: а ты уверуй в моего бога и не страшись, и будь спокойна. Он произнес молитву. В это время приблизился змей. И святой Георгий, осенив себя крестом, бросился на него. Змей упал к его ногам. Георгий взял у девушки пояс,
поводья со своего коня, связал змея и велел девушке вести его в город. Девушка повела его в город вместе, конечно, с Георгием. Все люди в ужасе начали разбегаться. Георгий сказал: не надо бояться, а надо уверовать в истинного Бога, Бога Иисуса Христа. И тогда он убьет змея. Жители прославили Иисуса Христа и Троицу. И святой, обнажив меч, убил змея и вернул дочь царю. После чего Георгий возвал Александрийского епископа, и тот крестил царя, дочь и весь его город. Это примерно 240 тысяч человек. Вот такая главная история о чуде Георгия, о змее. То есть юный воин побеждает не физической силой, а мощью духовной. Одновременно святой великомученик Георгий получает второе имя – Победоносец. Георгий Победоносец. На Руси святого Георгия широко изображали с самых первых веков после принятия христианства. Ну, в общем, и до нашего времени дошли даже до монгольские изображения святого. Одно из них – храмовый образ Георгиевского собора Юрьева монастыря в Новгороде. Был я в этом соборе, холодный собор, конечно, есть такой в Новгороде. В глубокой древности существовали на Руси изображения чуда Георгия о змее. Много изображений. Вот я вам постараюсь здесь показать некоторые из них, которые есть, которые я нашел в интернете. В Русском музее моего городка Санкт-Петербурга есть изображение чуда Георгия о змее, созданное новгородскими художниками в самом начале 14 века. Представляете, какая старина. Кстати, Георгий, побеждающий змеи, был назначен гербом Москвы. Ну, а затем воин сильной духовной силой вошел в состав герба всего русского государства. Ну вот, собственно говоря, и все, что я хотел вам рассказать об образе святого Георгия. О жизни немножко я остановился на его жизнеописании. Это действительно святой, который претерпел муки и смерть за веру. Святой Георгий, реально живший в 3 веке новой эры. Ну вот, собственно говоря, и все. Всем пока, всем привет. Сегодня я вам немножко рассказать об образах святого Георгия. Для того, чтобы, в общем, быть, как говорится, в теме, когда ты ходишь по церквям и видишь иконы, на которых изображен человек с копьем, святой Георгий. Вот все. Всем пока, всем привет, до свидания. Я еще постараюсь продолжить свои такие познавательные чтения. Мне самому это интересно. Я хочу донести то, что я узнал, и до вас. Все, всем пока, всем привет, до свидания.